Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Дорогостоящая кампания, направленная на оттеснение российских войск, завершилась незначительными изменениями на линии фронта. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Евроньюс Румыния, что без авиации Киев не собирается гнать своих солдат на убой. It's not a question whether we need fighter jets or not. It's a question whether you say okay to people dying on a field. And then, you know, it's an absolutely devastating rhetoric to hear that Ukraine didn't manage to accomplish all land operations. Yeah, we could, but with the price of the thousands of lives of people. So we'd rather wait for F-16. Украинские солдаты готовятся к долгой зиме, в то время как экономическая и военная поддержка со стороны Запада оказалась под вопросом. Республиканцы в обеих палатах Конгресса США требуют от Белого дома ужесточить миграционную политику в обмен на поддержку законопроекта о внешней помощи.